1 июня в пунктах пропуска Гродненской области вступит в силу местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны. Сбор для транспортных средств до 5 тонн установлен в размере одной базовой величины. Сегодня это 29 рублей. И направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. Сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров. Его уплата осуществляется водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска. Оплату сбора можно осуществить как до пересечения государственной границы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска. Органы пограничной службы рекомендуют осуществлять оплату сбора до прибытия в пункт пропуска, так как в некоторых пунктах пропуска отсутствуют условия для осуществления платежей. Кроме того, заблаговременная оплата сбора позволит сократить время пересечения границы.